редко так с детьми общаюсь, настолько интересно, у них еще глаза горят, они настолько эмоциональны. И мне, в принципе, очень понравилось. Они на лету пытаются все схватить. Тот же мяч поймать для них тоже большая радость. Мне понравилась воздушка, обманное движение под себя и скрест. Молодцы, такие перспективные девочки. Я думаю, что у них все получится в будущем. Главное все делать, ходить на тренировки.